Приветствую вас и про причины такого поведения малыша очень хорошо сказал коллега Антон, а я хочу вам дать небольшую рекомендацию касательно того, как можно было бы привлечь ребенка к тому, чтобы он в играх отыгрывал второстепенной роли и при этом не считал это чем-то для себя унизительным, плохим и так далее. Проблема заключается в придании смыслу действия. Ребенку хочется играть ключевую роль, сознавая свою значимость. И чтобы эту значимость придать, необходимо показать ребенку смысл этого действия, значение этого действия, придать этому действию дополнительную мотивацию в глазах ребенка, чтобы он ощутил, что его роль, даже несмотря на то, что она не первая, не доминирующая, а подчиненная, но она такая же важная. И для того, чтобы не быть голословным, хотелось бы привести пример. Две группы детей дошкольного возраста играют в песочницу. Одну группу детей воспитатели оставили играть, а вторую группу небольшую, из 4 человек, поставили в разных местах игровой площадки без какого-либо занятия, пузе стоя, и сказали им стоять. Дети, естественно, очень быстро начали скучать, естественно, очень быстро начали искать всевозможные оправдания для того, чтобы не делать то, чтобы попросили их воспитаться. И тогда они были собраны вместе и им сказали, что они охраняют тех, кто играет в песочнице. Они несут стражу. Они несут охрану. Они оберегают покой играющих. И после этого дети стояли по струнке смирно, не шелохнувшись. Они осознавали важность того, что они делают. Таким образом, благодаря приданию мотивации, ребенок даже непривлекательное действие осознавал как центральное, как необходимое, как ответственное. Вот то же самое нужно проделывать и вам. Если сможете показать ребенку мотив для его действия, достаточно серьезный, чтобы малыш осознал важность, то он не будет избегать и других ролей. Это то, что вам нужно сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.